Prodexpo 2022 на ваших экранах. Продолжаем наше интервью очень-очень сладко. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте. Компания «Русский мед» приехала представить нашу торговую марку «Медолюбов». Это медовые десерты на основе натурального меда с добавлением фруктов, ягод, орехов, специй. Мед со специями. Да. Все верно? Да. Начиная от ванили, заканчивая красным перцем. Замечательно. Я вижу здесь коробочку, и здесь очень-очень, насколько я понял, много разных видов меда. Я так понимаю, это ассорти вот из вашей линейки. Да, конечно. Мы представляем, у нас очень широкий спектр, очень более 100 наименований позиций есть. Здесь представлено набор подарочный, который можно подарить, главное, а самое главное съесть самому, потому что все мы знаем, что мед это очень вкусно, но невозможно за один присед съесть, например, целую там 100-граммовую банку сразу. И вот такое ассорти, мне кажется, это прелесть, что такое. Можно попробовать огромное количество меда, при этом, при всем, как бы он постоянно будет новый. 100%. Да, мы приехали сюда представить наши новинки, расширить географию поставок. Участвуем на Prodexpo с 2016 года. Чего ждете от нашей выставки? Вы к нам приезжаете из года в год, показываете свои наработки, интересный мед. Вот что вы ждете? Партнеров? Вы ждете признание мировой общественности? Конечно, не без этого. Мы получаем много интересных контрактов, заключаем, импортируем и экспортируем на экспорт, представлены в различных розничных сетях, как федеральных, так и... Не федеральных. Самое главное, хочется, чтобы все абсолютно люди... Простые покупатели могли на полках ближайших магазинов найти вашу продукцию. Скажите, пожалуйста, у вас есть ли стенд, куда мы могли бы прийти, например, вот наша съемочная группа буквально минут через пять, чтобы попробовать вкуснейший мед? Да, конечно, мы находимся в павильоне 2.5. Там можно попробовать продегустировать нашу продукцию. Ну и пожелаем, наверное, вам удачи на нашей выставке. И надеюсь, ваши потенциальные партнеры тоже не пройдут мимо вашего павильона, попробуют и сделают правильный выбор. Спасибо. Благодарю.